Одесский аэропорт стал одним из самых популярных в прошлом году. В 2021 году наши воздушные ворота приняли 1 миллион 328 тысяч пассажиров. Во всеукраинском рейтинге Одесский аэропорт занял 4-е место. В тройку лидеров вошли Борисполь, Львов и Киев. Суммарный пассажиропоток украинских аэропортов составил 16 миллионов 221 тысячу человек. Стоит отметить, что каждый пассажир в статистике учитывался дважды – как улетевший из одного аэропорта и как прибывший в другой.